בעזרת השם, с Бога помощь, בעזרת השם, этот урок сегодня вечер будет для здоровья. Элишева бат Лаура. Этот урок будет для ее здоровья. Мы сегодня весь этот урок делаем для нее и для Шалом бен Авраам, ее отец, что Бог им дал счастье, покой и чува шлема бетох шар холе амо Исраэль. Амен. Я вам хочу сегодня рассказать насчет покой. Я сейчас не зайду на эту ситуацию, как у каждого есть его ситуация. Но что это покой? От чего мы ищем? Какой покой мы ищем? Один ищет покой от это, один ищет от это. Один хочет, что у него там лежали там такая и такая сумма в банке. Один хочет красивая жена. Есть такие умные, что хотят дети здоровья. Это что он просит каждый день от Бога. Что было покой в этот дом. И когда я даю, я маленький человек, что дает благословение для кого-то. Но когда я даю благословение, я даю только один благословение. Что Бог вам дал покой. Материальный и душевный. Но покой, весь благословение в жизни есть внутри в это слово покой. Когда у тебя есть покой, это покой от всего. Один раз пришел к раби Иуда Птая, цадик анак. Раби Иуда Птая это был, мы не можем понять, какой цадик он был, что он сделал тикуним, он чинил ошибки людей в этот мир. И раби Иуда Птая пишет на эту историю, что один раз был один какой-то отец, хороший папа, он очень сильно любил его дети, очень сильно. И когда он пошел спать, и утром он встал, он зовет его дочка старшая, и зовет на ее имя, и она не отвечает. Она не отвечает. Он быстро побегал и кричит ее имя, и она не двигается. И он ее трогает и видит, что она уже не дышит. Она не дышит. Он начал кричать и плакать. Бог! Бог! Бог, 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 Бог. Плачет, плачет без конец. Кричит Бог. Ай. Я не желаю никому такое чувство, что мы никогда не чувствовали такое чувство. Никогда в жизни. И он кричит Бог. Начинает ее трогать, начинает ее целовать и кричит: вставай, 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 умоляю, вставай. Начинает себе трогать, начинает себе бить и говорит ей: вставай. Начинает ее бить на лицо: вставай. Начинает нажимать на вес тела: вставай, пожалуйста, Бог. И кричит: Бог. Плачет час, два, три, кричит Бог. Почему? Раби Иуда Птая пишет, что этот человек, после что плакал много, вышла от неба, бат-кол. Это как я вам могу вам объяснить, что это бат-кол? Это как Бога голос. Но это не Бог разговаривает, но это как
Это Бог ее посылает, что она сказала, что надо сказать. И говорит ему, твои греха ее убили. И он плачет, что я сделал. Я чистый человек. Я никогда никого не убил. И она ему опять говорит, твои греха его убили. А что я сделал? Дайте мне ее назад, Бог! Плачет и кричит. Что я сделал? Я не воровал от никого, я не обманывал никогда. Что я сделал? Дайте мне ее, пожалуйста, умоляю. Кричит, плачет. Его дочка старшая, маленькая ребенок, 8-9 лет, утром не стала. Бог взял ее душа, и она перестала дышать. И папа держит на его руках. Его дочка и плачет, Бог, дай мне ее назад. Каждый человек знает в этот мир, если кто-то умирает, это потому, что Бог его взял. Человек, что у него есть вера маленькая или большая вера, человек, что соблюдает много или соблюдает мало, или вообще нет. Каждый нормальный человек, 98.5, этот мир, так я видел где-то, что написано, что все веруют, что есть Бог. Мусульмане, крестьяне, индийцы, все веруют, что в конец есть только один Бог. И если ты еврей, нету таких евреи, чистые, настоящие евреи, что не веруют, что у Бога есть сила. Одна сила, что Он все может делать. Без силы, что есть в этот мир, это на его руках. И он кричит, Бог, дай мне ее назад, я все сделаю. Что я неправильно сделал? И этот бат кол, она говорит ему, ты знаешь, что не убит, это такой и такой номер закон. Ты знаешь, что не воровать от никого, это тоже такой и такой номер закон. Но ты знаешь, что верит Бога и не меняет Бог. אני השם אלוקיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים להיות לך לאלוקים. יעדין בוג у тебя, что ты меня никогда не поменял, что ты никогда не верил никому. И не такие глупости, что если сейчас я поставлю какой-то картина дома, это мой счастье, это мой покой. Если я поставлю какое-то благословение дома, все. От этого благословения у меня все дома будет супер. Нет. Это может добавить еще мало. Чувство хорошее, что-то для дом. Когда ты соблюдаешь, но когда ты ставишь барухо, биркат абайт, биркат ата, биркат аэсек, и ты не соблюдаешь ничего, это не поможет тебе. Это тебе не поможет, что вы знали. Есть такие, думают, что они делают большие вещи, покупают такие вещи и ставлют, но это не помогает. Самое большое благословение – это держать и соблюдать это Тора. Откуда это благословение ты купил сейчас, этот картина? Такие два света, там такие два камни, и там 10 законов наши. Да, я понимаю, ты никого не убил, это 6 закон. Ты от никого не воровал, это 7 закон, это 8 закон. Но ты гуляешь с женщиной, ты трогаешь женщины, что нельзя тебе их трогать. Кроме твоя мама, и твоя дочка, и твоя бабушка, тебе нельзя никого трогать. Ты их трогал, ты уже прошел на мои законы. У тебя есть ревности,
У тебя есть зависть, что ты... Такой зависть, что ты не можешь жить с этот, что ты всегда смотришь, что у него есть. Почему у меня нету? Ты прошел на вес моя Тора. И это еще мы говорим только от 10 законов, что написано на это наши два камня. Но ты говоришь, что ты никого не убил. Да, ты не убил. Но написано «Захор, эт йом ашаббат лекодшо». Шаббат – это четвертый закон. Это хуже, чем убить. Да, для нас мы слушаем, что это. Я не убил никого. Ну, брат, дядя, тетя, когда вы открываете рот на наши девочки, когда вы сидите на улице и семечки грызете, и открываете ваши рот на каждый человек, вы убиваете его 1000 раз, и он еще живой. Ло тиса эт шем ашем лашав. Не надо клиниться. О, ой, худо, худо, худо. По-мо-мо-мо-мо-мо. Что это? Если ты отманщик, ты должен клиниться. Ты должен сказать клянусь, клянусь. Потому что ты отманщик. Человек, что не обманывает, не должен сказать, я клянусь в тот, клянусь в тот. Почему надо клиниться? Я не обманщик. Я вытащил слово от мой рот. Это все, это конец, это 100% правда. Твоя жена не ходит на микве. Это убиват. Это убиват. И он плачет. И умоляет. Пожалуйста. Умоляю, я все сделаю как надо. Дайте мне ее назад. Но вы знаете, что это ненормально тут. Вы знаете, что колес ты не можешь повернуть. Есть какая-то песня, когда мы были маленькие. Мы всегда дома слушали. Так наши родители, Барух Ашем, что этот русский язык, что у нас так не такой шикарный. Барух Ашем, что вы меня понимаете. Но этот наш русский язык, это весь зхут, что мы разговариваем на этот язык, это наши родители зхут. Что они нас учили этот язык, мы родились в Израиль, и еще мы знаем так разговаривать, не так как вы, у вас язык богатый, шикарный, но вы знаете, быть простой человек и разговаривать с простой язык, и иногда это тоже не все 100% в жизни. Дальше сегодня слушать урок Тора, это ты не... Это слова не всегда, как я хочу вам переведет на как от наши язык иврит. Я вам начал сказать сейчас, что когда мы были маленькие, насчет колес, что ты не можешь повернуть его. Всегда мы слушали одна песня, что особенно я когда посмотрел на мои родители и слушали эту песню, я начал всегда плакать. Старинные часы еще идут. Жизнь невозможно повернуть назад. Старинные часы еще идут. Жизнь невозможно повернуть назад. Ты не можешь повернуть жизнь назад. Ты хочешь чинить? Сейчас ты можешь чинить. Но после что это уже стало, это уже поздно. Да, лучше поздно, чем никогда. Но почему ждать такие моменты, что это отец держит его ребенок и плачет? И батколь ему говорит, если ты знал эту правду, что надо учиться Тора. Почему учиться Тора? Что знать, как ее соблюдать и держать. Если ты знал бы, ты ее держал. Он плачет и говорит, да, я обещаю. Я обещаю. Конечно, я буду, это моя Тора. Это мой. Это я получил. Я получил от Моше Рабену. Моше Рабену получил от Бога. Это моя Тора, я еврей. Я буду соблюдать 100%. Я обещаю, молю, пожалуйста. Плачет, 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 плачет. Батколь ему говорит, слушай, 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 ты обещал, ты обещал, ты обещал.
Когда 9 месяцев ты был на мамин животе, ты тоже это обещал. Он говорит, я это не помню. Но ты там кушал, ты стал от маленький такой, от капел один, ты стал такой большой с кости. Как ты стал такой? Там воздух нету, там кушанья не заходит, что твоя мама кушала. Это к тебе пошло, это ты не помнишь. Что, сегодня тяжело понять, что есть Бог такой, что все сделал с такой умности, как тяжело сегодня. Каждый, извините, каждый тупица понимает, что есть одна сила в этот мир, это Бог. Я не знал, пожалуйста, дайте мне ее назад. Я себя убью, я себя убью. Раби Иуда Птая пишет, что в этот секунду он проснулся. Это было только сон. Вы слушаете? Это было только сон. Раби Иуда Птая пишет, что он весь Тора учил и весь Тора соблюдал и весь Тора держил. Но почему мы должны дойти до такой момент и сегодня? И сегодня такой момент есть много. И это уже не сон. Это не только во сне ты видишь. Это уже в жизнь. Человек, когда теряет что-то, он молится, что это было сон. Я сидел с какой-то отец, и он говорит мне, раби, пожалуйста, скажи мне, что это сон. Дай мне в руками удар, и дай мне в лицо что-то. Может быть, я буду от этого сон встать, проснуться от этого сон. Плачет, плачет сильно. Я сижу, плачу с ним, я говорю, дядя, брат, это не сон. Да, ты еще пару часов ставишь твой ребенок внутри в землю. Это не сон, извини. Я пришел тебе обнимать, пить с тобой. Но это не сон. Почему мы ждем до таких моментов? Почему? Почему человек дает это время, что он не теряет что-то? Он не может проснуться от этого плохого сна. А это плохой его жизнь, что он делает. Что он думает, что ему все можно. Можно ему гулять, можно ему играть, можно ему изменить, можно ему кайфовать, можно ему... Все можно, он все может делать. Он может обманывать, он может все. Почему, почему стать от этого сон всегда и потом сказать, я должен подумать опять перед этим, что я что-то делаю. Почему не сейчас, у тебя есть шанс, последний шанс в жизни? Раби Иуда Птая пишет, что на каждый вес есть чува. Что человек не подумал, что у него нету чува. И мы всегда говорим, что это чува? Это один вес, что Бог хочет от нас. Для этого мы пришли сюда жить. Вы думаете, человек родился для кайф? Для играть шешбеш или нарди, для играть там в казино, играть Texas Hold'em или играть Blackjack. Вы думаете, для этого мы пришли? Вы думаете, мы пришли, что кушать шашлыки каждый день? Вы думаете, мы пришли сюда, что разговаривать, кто лучше, кто не так, кто так, у кого есть, у кого нету? Вы думаете, для этого мы пришли? Если это для полезно, если это мне поможет, что я буду знать, окей. Но это не поможет никому, почему ты разговариваешь на это? Почему ты убиваешь детей, что они еще живы? Почему ты говоришь на него, что он тупой, что он наркоман, что он такой? Почему? Подумай, что это был твой сын. Подумай, что это твой внук. Подумай, что это твой племянник. Закрой твой рот. Написано, что когда зубы болят, это потому что это может быть от этого, что он не чистит зубы. Да?
Но это тоже может быть от этого, что он открыл его язык. И почему зубы болят? Потому что зубы – это дверь для этот язык. И когда эта дверь открывается, язык выходит. Эта дверь получает удар. Какой удар? Что ему больно. Так твой язык оставь внутри в рот. Его вытащит. Надо пройти не только эту дверь зубы. Надо пройти еще дверь – губы. Это один вещь на наше тело, что у него есть два замки. И этот наш язык как змея. Закрывайте его. И не только это. Я тут опять говорю вам. Каждый вещь у нас в тело, что нет у него кости, держите его сильно. И вы умны, вы понимаете, на какие вещи разговариваю я. На уши, на глаза, на язык, на губы. И на это наше место. Что это наше место, это только для дела дети. И не для другие вещи. Это грязь. И это грязь не для нас. Не для нас. Вы думаете, что человек не платит за его ошибки? Каждый платит за его ошибки. 98 проклятий есть в этой Торе. И весь проклятый. Бог говорит, мот юмат. Я убиваю за каждый проклятый. И не тебя убиваю. Твои самые-самые родные. Твои самые-самые близкие и важные в жизни. Если тебя убью, ты не почувствуешь боль. Но если я потрогаю твои близкие и твои любимые, ты будешь с этой боль на весь жизнь. На весь жизнь. Я видел много в жизни, что после, что они потеряли, у них нет уже силы для кайфа. Нет уже силы для этой жизни. Нету силы ни для учиться, и ни для жить. И дальше нет уж силы, что смеяться в жизни. Его жизнь уже кончилась. Он просто так живет. Дня проходит так, пустота. Есть такие, что, может быть, на такие вещи много не разговаривают, как мы. Но когда ты сидишь на 7, 8, 9 дома почти каждый день, и ты идешь на кладбище, и ты едешь на больницы, и ты слушаешь много вещей, и ты видишь много вещей, жизни, урок, это самый сильный урок. Ты можешь учиться красивые вещи от нашей Торы. Самый сладкий в мире. Нету сладкий, чем это. Нету сладкий, чем это. Но все знают, что урок самый сильный. Это урок от жизни. И этот урок от жизни. Я могу вам открыть книги и дать вам уроки от сегодня до 120. Это обязательно учиться. Это надо учиться. Это нам поможет. Это нам сделает лучше в душе. И нас поднимет. Но урок жизни, урок, это самый сильный урок. Это самый важный урок. И слушать такие уроки надо каждый день. Рабби Нахман пишет, каждый день надо думать на этот день, что мы идем внутри земли. Почему, Рабби Нахман? Почему ты такие вещи пишешь? Дай нам жить! Рабби Нахман говорит, если ты подумаешь в этот день, на этот день, что ты идешь там внутри, ты ошибки не сделаешь, потому что ты знаешь, когда тело идет внизу, душа поднимается на ее суд. Рабби Нахман котеб беликутей муаран, яхшов аль йом амита кол йом. Каждый день надо думать на этот день, что мы идем тат суд Бога. Каждый день надо на это думать. Каждый день. Каждый день надо на это думать. Это наша жизнь. Да, Бог Рахмадул, но это Рахмадул у Бога тоже кончается.
Когда Бог понимает, что человек не устал от ошибки, Бог говорит все, досуди. Если он не устал от его ошибки, я ему дам быть уставшим, как я знаю. И ни врача, и ни таблетки, и ни химиотерапия, и ни профессоры, и ни сами большие адвокаты на твой суд. Никто не поможет. Если я решил, что я беру, я беру. Если я решил, что ты пойдешь в тюрьме, ты пойдешь в тюрьме. Если я решил, что ты потерял, будешь терять твоя нога, ты будешь терять твоя нога. Если я решил, что ты останешься без глаз или без руку, ты останешься без руку. Потому что я Бог, я решил. Я решил тебе послать хороший врач или плохой врач. Я решил. Если ты будешь молиться на это, я поменяю все. Но когда ты думаешь, что все легко, все можно купить с деньгами, можно всех обманывать, можно на всех разговаривать, можно со всеми гулять, у тебя ошибка. У тебя ошибка, родной. У вас ошибка у всех. У нас ошибка у всех. Потому что это наша жизнь. Это наша жизнь. И это надо знать. И не забыть. И не забыть. Это наши жизни урок самый сильный. И с этого отсюда мы должны выйти сегодня и подумать, что у никто от нас нету гарантии. Ни у нас, ни у вас, у никто тут, у никого нету гарантии. Одна гарантия Бог обещает. Если сделаешь полностью тшува. И опять, что это тшува? Тшува это понять, что я сделал грех, я сделал авон. Второй, это что я никогда не буду повторять на этот авон в жизни никогда. И третий, что я на этот авон плачу, и плачу сильно и говорю, Бог, извини за этот авон. Извини. То это, что этот авон будет стираться. И четвертый, и последний, учить всех, учить каждый человек, что не будет повторять этот авон и грех, что мы сделали. Это полностью тшува. На каждый вещь. На каждый вещь в мире. На каждый грех есть тшува. Ты понял, что ты сделал ошибку? Почини. Для этого ты пришел. Только для этого мы пришли. Рабби Нахман говорит, почему и как мы могли чинить что-то, если мы не испортили? Ты испортил? Почини. Для этого мы пришли. Только для этого мы пришли. Только для этого мы пришли. Это был короткий урок. Но не всегда это, сколько мы разговаривали. Это сколько мы взяли с нами. После этот урок. Это был короткий. Но это урок самый длинный. На нашей жизни. Для весь жизни. Для каждой секунды. И для каждый момент. Раби Хананья бен Акашия омер. Рацай Акадош Бог. 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 Рацай Акадош Бог.